Здравствуйте, пришла посылочка с Китая. Вероятно всего это стабилизатор Жиюн. Надо аккуратнее вскрыть. Жиюн Смоус Кью. Да, это стабилизатор. А что вот это в комплекте? Непонятно. А, это крепление для переходной рамки для экшн камеры. Так, это пока в сторону. Тоже все упаковано. Пластик. Полиэтилен запаяно. Я не хрен соображу, как его открывать. Или он выдвигается. Как много упаковки. Много упаковки не бывает. Так, сам стабилизатор. Руководство, USB кабель или мешок. Ладно, пока вынимать не будем, оставим все как есть. Посмотрим руководство. Все на английском. Русских языков нет, ну и ладно. Рамочка. Креплениями. Металлическая, тяжеленькая такая. Так, ну и достанем сам стабилизатор. Та-дам! Вот он наш стабилизатор. Ну что ж, подробный обзор включения и выключения сделаем позже. Спасибо за внимание. Спасибо китайцам. Подготовили экшн-камеру. Установили переходник. Сейчас поставим ее в зажим. Вот так осталось ее отбалансировать. Балансируется это при помощи вот этого барашка и выдвижного механизма. Чем лучше мы отбалансируем камеру изначально, тем меньше будут напрягаться электромоторчики для балансировки, соответственно будет меньше греться. По-моему, идеально. Закручиваем барашек. Ну, что у нас получилось. Сейчас мы его включим. Вот, все. Включился. Поснимаем видео. Дальше посмотрите сами. Вот мы сейчас идем. Сейчас попробую немножко пробежаться. Легкий бег. Перешел на шаг.
пробежимся по режимам камеры. Сейчас простой режим, куда поворачиваем, туда и поворачивается стабилизатор. Нажимаем кнопку мод один раз. Теперь это у нас следящий режим. Он вот на место смотрит. Могу с ним крутиться. Снимает на место. Если нажать еще раз, он переходит обратно в прежний режим. Нажимаем два раза. Он плавно будет наклоняться вместе со стабилизатором. Весна. Чекают ручьи. Угу, чекают. Я даже не знаю, пойдем мы с тобой туда или нет. Не знаю, сам смотри, провал какие. Так вот, грязновато. Что, поедем?